вокзал Кисловодска. Что-то такое там архитектурное, очень красиво. Проезжали на машине. Заходить не будем, но очень красиво смотрится. Вот мы вышли на курортный проспект города Кисловодска. Красиво. Вот находятся Октябрьские ванны. Ванны, то есть спа-процедуры, это комплекс главных нарзанных ванн. Я так понимаю, не только Кисловодска, но и всего Кавказа. Нарзанные ванны. Нарзан, да, кстати, взял именно сначала из Кисловодска. Будешь бабушка, будешь сюда приезжать? Да, я молодой сюда приеду. Всем советую сюда приезжать. Здесь совсем другой воздух, здесь намного красивее, чем в Сочи. Так, курортный бульвар. Мы с женой поспорили, кому услуги подходят и для кого. Стоматология – мое. Лечение зубов – мое. Протезирование – ну и мое. Отбеливание – мое. Оптика – это Вероники. А это ГЕ Ксения Михайловна. Она следователь Кисловодской ЧК. Поющена белогвардейцами. Ну, это, я так понимаю, в годы гражданской войны. Такой ходит. А мы думали, что ты тихо. Вот уже мы спускаемся вниз. Но здесь красиво. Сейчас на улице плюс 15 градусов. Ну, 13-15. Облаков вообще практически нет. Небо чистое. Друзья, Кисловодск. Мы так мимолетом здесь, но не просто так называется город-курорт. Здесь круглый год грязевые ванны. Хотел сказать радону, не радоновые, а нарзан. Лечебные ванны. Не зря все бабушки и дедушки наши сюда любят. Но любят приезжать. Но тут для молодежи тоже много чего есть.